Село Новая Кука утопает в мусоре. Пока работала забайкальская птицефабрика, на полигоне проводились работы по культивации мусора. Но вот уже почти 10 лет за свалкой никто не следит. Горы бытовых отходов только растут, мусор разносит ветром на несколько километров. Этот полигон, он, конечно, уже очень давно. Я здесь живу 20 лет, и, в общем-то, он все это время тут и была вот эта свалка. Она неофициальная, но ранее за ней осуществлялся какой-то уход. То есть раз в месяц культивация проходила, значит, с мусором вот это все работы. Но в течение уже, наверное, 10 лет ничего не происходит. Сыпется и сыпется безмерно, без какого-то контроля. Никаких работ с этим мусором не производится. Мусор весь, естественно, летит на федеральную трассу, на прибрежную зону реки Ингады. По словам жителей, развеянный ветром мусор лежит не только на береговой линии реки. Все дно усеяно пакетами, коробками и пенопластом. Купаться опасно, а рыба в этих местах давно исчезла. Селяне обращались в администрацию, но там говорят, согласно документам, свалки не существует. А как ухаживать за тем, чего нет? Мы, как общественное такое мнение свое высказывали главе администрации, чтобы помогли нам как-то решить на уровне администрации нашего поселения, администрации Читинского района, решить этот вопрос. Но ответ был дан один, что эта свалка, она неофициальная, статьи, значит, в поселении нет, так как нет и свалки, значит, и свалки нет, и нет с ней и работать не с чем, получается. Жители села готовы платить за вывоз мусора и уход за полигоном, но свалки пополняются не только мусором из жилых домов. Целые горы коробок, мешков и пакетов испорченной продукции вываливают на землю и предприниматели. Было предложение от поселения платить, ну, там, квартально или ежемесячно какую-то плату там делать. Так что были предложения, много было предложений, просто нас слышать никто не хочет. Мы живем в благоустроенных домах, сейчас на домах у нас управляющая компания есть. Мы, естественно, у нас там баки мусорные стоят. Но управляющая компания вывозит уже мусор сюда. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, мы обратились в администрацию Читинского района с официальным запросом. В селе Новая Кука по адресу набережная 8 находится земельный участок, определенный под организацию свалки твердых бытовых отходов. В селе Новая Кука работает управляющая компания «Кира-С». Она осуществляет сбор и вывоз твердых бытовых отходов с многоквартирных жилых домов два раза в неделю на земельный участок, определенный под организацию свалки твердых бытовых отходов. Под свалку выделено специальное место недалеко от села Новая Кука. Жители говорят, что вывоз мусора на нее не осуществляется. Пока администрация ищет отговорки, управляющая компания, предприниматели, да и сами жители частных домов продолжают складировать мусор там, где придется. Иван Тимофеев, Евгений Погорелый, ЗапТВ.